Алданские спортсмены собрали самый большой урожай медалей. На днях там прошел ЛО «Открытое первенство» и чемпионат Якутии по киокусинкай. Чем запомнится турнир жителям города, расскажет Руслан Павлов. В Алдане прошли открытое первенство и чемпионат Якутии по дисциплине восточных единоборств киокусинкай. На ковер в рамках первенства вышли юноши и девушки возрастной категории от 10 до 18 лет, а чемпионат отработали взрослые спортсмены. Чемпионат мы проводим с 12 лет. Вот, но так как такая хорошая возможность всем собраться, мы сделали тест-комитет. Это у нас с 8 лет, 8, 9, 10, 12. Это тест-спарринги у них были. А сам турнир официально проводится с 12 лет. Кто занимает, выполняет определенные нормативы, идет присвоение кандидатов в мастеров спорта. То есть это уже довольно серьезно. В данный момент это самый серьезный турнир, который проводится по республике Саха. Турнир «Киокусинкай» собрал более 70 участников из Якутска, Нерюнгри, Ленска, Хабаровска. Самой многочисленной была принимающая сторона – спортсмены из Алдана. «Киокусинкай» предполагает несколько направлений единоборств, поэтому посвященные до конца понимали, по каким критериям судьи выставляли оценки участникам спаррингов. Уже турнир интересен тем, что мы объединяем все школы карате, которые находятся в республике. Контактные виды спорта – это всегда зрелище. И на этот раз участники соревнований порадовали болельщиков мастерством. Было много острых моментов, нокауты, да и медперсоналу частенько приходилось оказывать помощь бойцам. Отличный турнир по боям. Да и пока-то тоже. А так, отличный этот уровень бойцов. Не проигрывай, да. О, можно все, меня приглашают опять вот. Валентин Насташинский, воспитанник алданской школы киокусинкай, на этом чемпионате заработал бронзу. А алданские спортсмены собрали самый большой урожай кубков и медалей. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.